Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки ниндзя-легенды. Так, у нас через час 40 начнется откат, друзья мои. Ну, испытания, видимо... А, нет, еще доступны, я думал, уже все закрыты. Давай-ка попробуем быстренько здесь потратить. Так, фонарь. Снаряжение, негодники. Так, ну ты знаешь, мне нужен вот этот орнамент. Так, это у нас жетоны, комикс «Варвар». Так, опять жетоны, доллары, доллары, ой, жетоны. Все, ребят, да, кисло как-то. Радарные маяки. Все, сыр я весь потратил. Так, на арене давай глянем. У нас Лига Мастеров, одна звезда, ранг 27. Я хочу попытаться, ребят, перепрыгнуть как-то на Лигу Мастеров. Все-таки три звезды. Не знаю, как у меня это получится или нет, но давай постараемся. Так, начнем, пожалуй. Давай возьмем Усаги, например. И здесь же вместе с Усаги возьмем, наверное, Макмана. Такс, окей, раз, два, три, четыре. Попробуем вот так вот быстренько пробежаться, потому что через час я пойду, ребята, в больницу. На прием я уже говорил, поэтому вряд ли мы буст именно по откату вряд ли мы сможем снять серию. Но после приема обязательно, ребят, заснимем. Лишь бы, как обычно, не было, ребят, каких-нибудь проблем в плане, чтобы работало все. И арена, чтобы была. И ежедневки, а то не могут, как обычно, знаешь, напортачить что-нибудь и все. Так, ну что, нам, наверное, нужно будет 2 или 3 поединка, чтобы перейти только на Лигу Мастеров 2 звезды. И потом еще там нужно будет кочеврежиться не знаю сколько времени. Так, я возьму, наверное, здесь Зека и плюс Кожеголовый. Зек и Кожеголовый, раз, два, три. Как ты видишь, у меня 41 откат специально вчера. Вот сегодня только надо было, кстати, перед поединком надо было тоже посмотреть рекламу и получить 10 откатов. Что-то я как-то об этом не подумал. Так, Хан дебафит нас, что очень-очень, ребят, плохо. Ну-ка, Кожеголовый, давай, бомби. Красавчик ты мой. Все-таки он пробил этих охламонов всех. У Хана дебаф идет именно на защиту. Он понижает защиту, но он не понижает нам атаку. Да ладно, блин, всего 8 ступеней пролетел. Ну что ж ты будешь делать-то, эй. Ну давай я возьму Армагона и Дони. Армагон и Дони. Опять же, очень большие риски. Донателло, насколько я помню, у нас ходит далеко не первым, но и все-таки не последним. Так, Армагош, давай, родной, вылупляй. Ну что же, я скажу, очень даже неплохо у него получилось. Красавчики. Вдвоем они отлично сыграли. Армагон практически всех вынес. Прикиньте, 72 уровни просто улетели в трубу. Ну, я. Так, ребят, ну что, а теперь нам нужно... Ох, не знаю. Нам нужно как-то очень сильно постараться. Вот прям наисильнейшее, чтобы пробиться. Так, тут, видишь, тут карайка, поэтому я, наверное, все-таки сделаю немножечко по-другому. Так, я возьму... Ага. Пускай у меня будет Донателло и тот же самый Тимати, пульверизатор. Потому что Карайка, скорее всего, будет первый ходить. А нет, смотри-ка. Я забыл, что у нашего Майка инициатива-то круче. Но зато потом Карайка. Хорошо, что у нас уклонение было, она не попала по нему. Такс. Ай-яй-яй. Так, нам бы, знаешь, что не помешало бы. Молодец, Рафаэль. Да, именно провокацию. Именно провокацию я возьму, чтобы он смог здесь остальных всех запинать. Пора, пока Крис. Следующий кто? Блин. Рафаэль хиляет. Причем хиляет очень хорошо свою команду. А если я сделаю вот так вот? Метеорит. Да. Слушай, пробьешь крайку, а? Не получается у него.
Так, в минус. Давай тогда сюда тоже пробивным. Отлично, и здесь добиваем. Все хорошо получилось. Даже лучше, чем я ожидал. Поэтому продвигаемся с тобой дальше. Так, с 99 места мы перемещаемся на 89. Ну да, 10 ступенек, ребята, мы с вами перепрыгиваем. Так, стоп, эту команду я не хочу брать. Давай-ка здесь возьму Крэнга и Ваньку. Крэнг, Ванька. А Ванька у нас, ну, в принципе, по инициативе он тоже неплох. Но Крэнг будет первым ходить. Давай, влупляй, короче, этим лучом по ним. Ой, какой же он красавчик, а. Ну и Ванюша из России с любовью, как говорится, всех выносит. Так-с, дальше что у нас получается? 79-е, да? Блин, 80-е. Ну, раз на раз не приходится, видишь. Когда-то так дают, когда-то сяк. Берем Супер Шреддера вместе... Ну, вместе со Слэшем. Но Слэш, по-моему, ребят, насколько я помню, не особо отличается у нас инициативой. Так, 41 откат. Если мы делим с тобой по 2, то есть это у нас на 20, ребята, поединка хватит. На 20. То есть, ну, 100% мы сегодня с тобой должны будем залететь в Лигу Мастеров 3 звезды, где-то ранг 50 точно должен быть. Если, конечно, будет все идти гладко, как я планирую. Если будут какие-то косяки, то вряд ли. Так что сегодня будут аж, ребята, 3 серии выйдет по черепашкам. Это сегодня вчерашняя серия выйдет. Потом вот это вот и буст понедельничный. Так, ну что, берем Армагона, берем Бакстера. Армагон, Бакстер. Раз, два, три. Вот так вот. Ну что, опять же, надежда вся на Армагона. А Бакстер, надеюсь, Бакстер не подведет нас с добивкой. Хе-хе-хе. Круто. Блин, ну Армагон, конечно, это мощь, это сила, ребят. Ну, здесь нельзя с этим спорить. Ты же сам все прекрасно видишь, как он их вырубает. Так, 62-я позиция. Давай вот этих возьмем, наверное. Опять же, берем Армагона и Крэнга. Раз, два, три. Армагон и Крэнг. Можно, конечно, взять еще, например, Армагон и Супер Шреддер. Тоже будет неплохая команда. Но, в принципе, Супер Шреддер и Крэнг, они чем-то похожи. Единственное, что у Супер Шреддера все-таки есть небольшое, ребят, преимущество. Это постепенный урон. Но не забывай, что у Супер Шреддера всего одна массовая атака, а у Крэнга их две. Так, я хочу быстрее получить 50 место. 53-е. Блин, почему-то нам по 9 ступенек дают всего, ребят. Я все рассчитываю на 10, 10-11, а нам наоборот все. 8-9, 8-9. Раз, два, три. Погнали. Так, ну что же. Влупляем. Так, молодец. И добиваем. Хотя можно было бы, наверное, и этими, и ракетами добить. Ну да бог с ними. Так, сороковку давай. Давай сороковку. Да что ты будешь делать, 45-й. Откаты, откаты, ребят, прямо на глазах у меня тает. Прямо на глазах. Было 41, осталось 34. Ладно, ничего страшного. Главное, чтобы у нас хватило бойцов. Мы с тобой брать, вот если будем хай-левелых, например, там Крэнга и того же самого Армагона, да, или Супер Шреддера. Я еще раз говорю, нам хватит на 20 поединков. Только двоих вот этих вот супер хаев. Остается нам только, чтобы у нас хватило бойцов, которые пойдут с нами сюда дальше.
То есть слабеньких. Так, ну что же, давай возьмем. Давай я левого возьму. Раз, два, три. У левого как с инициативой, а? По идее, сейчас посмотрим, если первым ходит Армагон. Кстати, у них 78 уровень уже. Это, считай, предельный, максимально 79-й. Так, двоих вырубили. Ну да, Леонардо ходит вторым по инициативе, так что... О, вторым можно хоть Кренга, хоть Лео, хоть Усаги. В общем, любого можно взять. Так, 26-я, да? Угу. То есть уже получается, что нам нужно будет 4 поединка отыграть. 4 на 2, это уже минус 8, 8 откатов. Ну давай, давай, 17-24, вот. Постоянно вот это вот напрягает меня, когда надо выклянчивать у него максимальное количество кубков, которые доступны нам. Так, ну что, лупанем давай. Упадет кто или не упадет? Так, двое, как обычно, упало, и Лео на добивку. Угу, шикарно. Ну что, тогда продолжаем. Так, 15-я, да? 17-я позиция. Ну что, 17-я позиция. Делим пополам, ребята, где-то 2 поединка еще остается нам. Слушай, ну если мы с тобой заберемся до полтинника, да? В чем я, кстати, немножко уже начинаю сомневаться. То есть, если мы с тобой заберемся Лига Мастеров 3 звезды, 50-е место, то 100% сегодня будет высшая награда. Да, мы не будем с тобой в топчике, но получим максимальное количество осколков платиновых. В принципе, только из-за этого все здесь у нас и происходит, ради этих осколков. Так, 10-я позиция. Нет, еще придется все-таки драться. А я тебе говорил, они будут так специально делать. Тянуть резину, чтобы ты не попал. Я-то наоборот спешу, как можно быстрее мне перейти в высший дивизион. Они наоборот меня туда не хотят пускать. Замедляют, так сказать. Ну давай. Так, трое осталось. Шинкуем. И сейчас нам не хватит либо одной, либо двух ступенек, чтобы перейти. Да ладно, хватило. 12 ступенек перелетели. Я говорю, вот просто какая-то непредсказуемость. То 7, 8, 9, то потом как рванет. Рванет рванина, да? Раз, два, три. Тогда, ребят, есть все шансы. Даже если по десятке брать... По 10 ступенек за бой. Я думаю, что здесь поединков 5 нам точно светит. А если 5 поединков светит, значит, где-то будет 50-е место. Но опять же, из-за расчета, что за один бой 10 ступенек мы пролетаем. Смотрим. Сейчас 88-я, да? Даже 87-я. Отлично, шикарно идем. Так, погнали. Кто-то мне говорил, там в комментариях писал: Рэй, бери всегда Усаги. Почему? Вот вы иногда пишете: Рэй, делай то-то, но вы не поясняете, зачем именно делать так. Почему я должен в каждом поединке брать Усаги? Я не понимаю этого. Мне, например, нравится Армагон. Как он здесь с Леонардой в паре идет? Почему именно Усаги? У Усаги долгая анимация удара. А мне нужно как бы быстрее все это сделать. Так, ну вот и 77-я позиция. Замечательно. Армагон плюс кожеголовый. Тын-тын-тын. Влупляем. Так, Майки тут со своими танцами. А мы мочим. Такс, давай. Пробивной. Все. Пробили. И как раз мы уложимся где-то, ну, в 20-25 минут.
На все про все у нас уйдет. 67-я. Так, следующий поединок будет 57-я, да? И, в принципе, вот так, тихо. Не надо мне подсовывать команды, где Микеланджело. Чтобы лишний раз у меня нервяк был, не надо. Это вот единственный, ребята, противник, которого боюсь. Это, блин, Микеланджело до сих пор. У меня как вот с тех пор пошла неприязнь из-за того, что он делает уклонение. Плюс еще может хилять. И так она и осталась. Несмотря на то, что вроде бы мы играем сильными бойцами, но этот Майки непредсказуемый. Особенно если он на своих высоких уровнях сделает уклонение, а он может сделать, потому что у него очень большая инициатива, то фиг ты там что сделаешь. Ты просто их потом уже не пробьешь. Мои бойцы будут просто промазывать. Так, так, так. Слушай, нет, ну до топчика, конечно, не дойдем, но 50-е место возьмем. Вот после этого поединка у нас, по идее, должен быть уже 50-е место. Может быть, даже чуть выше. Там, по идее, надо будет еще где-то 5 боев провести, но у меня персонажа уже не хватит. Ну, смотрим. 47-я позиция, отлично. Поехали. Как говорится, добьем свои остатки. Так, так, так. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, ну три, грубо говоря. Еще три поединка. Да, там капельку, чуть-чуть, буквально, может быть, где-то 15, может быть, 20 кубков нам не хватит, чтобы забрать топчик. Совсем маленечко. Ну, в принципе, у меня сегодня цель не топчик взять, а укрепиться, так скажем, в Лиге Мастеров. Укрепиться в Лиге Мастеров. Такая мила. Милая, мила. Ну, давай возьмем, фиг с ним. Раз, два, три. Так, ну что, Армагон, давай ты первым начнешь. Закончит уже Крэнк. Закончит уже Крэнк своими ракетками. Так, это было 47-е место. Сейчас будет в лучшем случае 37-е. Или как? А, 37-е было, значит, 27-е. 27-е, да? Потом, получается, у нас выходит 17-я позиция. Раз, два, три. 17-я, да? Ну, в принципе, ребята, вот сейчас мы побеждаем, и получается у нас какое там будет по 10. 7-е место, да? А, ну слушай, у нас же сейчас еще один поединок, да, впереди. Да, мы, слушай, мы в топчик попадаем. Не, вру. Только 27-е будет, не 17-е, а 27. Ой, тьфу, ты уже все заговорился, ребят. Мы бы в топчик попали, если, например, потратить... Как бы тебе это объяснить? Потратить все откаты. То есть после этого поединка тратишь все 5 откатов, и тогда мы в топчике. Вот именно после этого поединка. Да, только вот при таком раскладе будет итог. Видишь, Усаги все-таки, ребята, слабенько бомбит. Намного слабее, поэтому он даже постепенно урон, по-моему, ни на кого не повесил. Вот сейчас вот, если, например, ну ладно, хорошо, хорошо, давай, давай сделаем. Давай сделаем по полной, пускай будет красиво. Все, берем топ. Вот так вот, считай, за два с небольшим дня немножко поднапрячься, и можно, ребята, в принципе, получить топовое место.
Даже несмотря на то, что ты очень сильно отстаешь. Как-то так. И никак иначе, ребята. Ну что, забираем наше первое место. Давай. Вот оно, ребята, вот оно. Так, теперь, значит, это у нас Рокзар. Сделаем, это тогда получается ежедневки. Так, серию испытаний пробежимся буквально по-быренькому. Так, так. Так, поехали. Север Монтес. Блин, зачем я вот это сейчас сделал? Можно же было и без этого обойтись. А мне еще и заблокировали способности, да? Молодцы. Ну-ка, топчи. Нет, не раздавил. Так, бибоп плюс нейтрализатор. Ну-ка, заблокируем. Нет. Окей. У нас хила нету, да, получается здесь. Нифига он бы... Ты... Вот это он звезданул, друзья мои. Наполовину хп сразу вынес. Это Кренгу-то. Это он вынес Кренгу, ребята, половину здоровья с одного выстрела. Вот тебе и кабан, ребята. Вот тебе и мощь. Ну все, добиваем этого хламона. Да, Крэнк, что-то тебя как-то сильно саданул этот бибоп. Так, забрали награды, и теперь нам нужно сыграть в 10 поединков. Так, Маузер, где же вы у меня там? Вот они. Так, нам надо что сделать? Нам нужно найти 8 пультов. Так, один есть. Второй. Третий. Четвертый. Пятый. Шестой. Седьмой. Восьмой. Все, ребят, 8 пультов мы нашли. Прокачиваем до 3-й ступени. И поднимаем еще и уровень ему. Так, 74-й левел. Ну все, друзья, забираю здесь остатки роскоши. И на сегодня... И на сегодня закругляемся. Так что, друзья мои, всем удачи и до новых скорых видосиков.